Ну что, ребята, лед еще есть, и он такой толстенький. Вы знаете, почему меня спрашивают, холодная вода ведет к духовному развитию? Потому что с помощью холодной воды, во-первых, вы очищаетесь, все ваши тонкие тела, ума, психической энергии, да, вашего грубого тела полностью очищаются от всех негативных проявлений, от всех сущностей, от всех демонов. Ваш обезьяний ум успокаивается, потому что вы находитесь не где-то в будущем, в прошлом, а здесь и сейчас. Вы контролируете с помощью дыхания. Это секрет нахождения в холодной воде, только дыхательные практики и подготовка без визуализации своего сознания. Конечно, также физические упражнения, но это первостепенно. С помощью дыхания вы способны управлять практически всем в вашем теле. Вы очищаете свой ум от всяких нечистот. Тот, кто живет в прошлом, находится в невежестве. Тот, кто живет в будущем, находится в страсти. И только тот, кто живет в настоящем, находится в гуне благости. Холодная вода – это жидкий огонь. Вообще вода. Но холодная имеет намного большую силу. Она мобилизирует, насыщает энергией. Вы хотите творить. Происходит очищение тела, как на физическом, так и на духовном уровне. Это величайшая сила, которая способна вас родить заново.